На мой взгляд, это абсолютно спекулятивное явление. Связано оно прежде всего с тем, что инвесторы ищут активы, в которые они, помимо долларовых активов, американских казначейских обязательств, могли бы размещать свои средства. Я думаю, что это так и еще потому, что в мире нет какого-нибудь роста, который бы требовал увеличения потребления, добычи и потребления энергетических ресурсов. И на фоне продолжающегося спада рост цен на нефть может иметь в основном или исключительно спекулятивную природу. Я бы так сказал, коррекции курса, поскольку, как показала предыдущая ситуация, Центральный банк довольно жестко ориентируется на сальдо торгового баланса, которое в нашем случае очень сильно зависит от цены на нефть и от соотношения рубля и доллара. Существует довольно много прогнозов, и все это, конечно, будет зависеть от момента наступления коррекции и на фондовом рынке, и на рынке нефти, и на ситуации с плохими долгами.